Всем привет, это Аня и Русская Америка. Сегодня я в контейнер 100, который находится на Манхэттене. Это на 6-й авеню между 19-й и 17-й стрит. Хотела немножко показать экскурсию. Пока что я покупаю, и параллельно я буду что-то тут смотреть. К сожалению, сегодня у меня времени много нет, чтобы вам все показать. Но здесь просто невероятные вещи, которые можно купить для организации вашего дома. Вот смотрите, например, вот такие штучки для организации вот всяких скрепок, все остальное, посуды. Здесь много всяких отдельных секторов для одежды. Также можно купить вот сумки в багажный сектор, кстати, вот travel. Даже написано go organized to travel. Здесь просто все есть. Смотрите, вы можете купить, знаете, вот это, кстати, очень полезная штучка в дороге для сбора всякой ненужной пыли с черной одежды, сумочки. Вот смотрите, здесь особенно для дам организовать все свои какие-то, как их называют, косметические принадлежности. Также вот обычно же, когда мы путешествуем, нужна прозрачная сумочка, вот она как раз-таки здесь. Какой-то пакетик, видите, чтобы воздух, вот эта сумка для того, чтобы... Вот это вот для паспорта, билетик. Ключи, маленький зонтик. Не знаю, что это такое. Ой. Вот. А также здесь, вот смотрите, вот этот прикольненько тоже мне понравилась. Маленькая сумочка, но она, видимо, в большую превращается. А, вот посмотрите, какая, кстати, замечательная вещь. Ее очень удобно использовать для, я так думаю, для тех, чтобы организовать весь свой набор косметических принадлежностей, как, например, делание hands bag organization, например, маникюрный сектор. Вообще суперская, на самом деле. Сумку взял, все пошел, все сделал, видите, как круто. Она. Также здесь есть, видите, всякие для одежды, сумки. На самом деле, все я вам показать не смогу, потому что у меня ограничено время, и магазин огромный. Вот смотрите, все для организации, например, взять с собой дорогу, маленькие, не знаю, там, шампунь для зубных щеток, для контактных линз, вот оно, кстати, или вот это. Щетку зубную, мыло, всякие организационные такие коробочки для гвоздей, еще чего-то, маленькие расчески, куча всяких вот, смотрите, для таблеток. В общем, вот, смотрите, маленькие такие, какого только нет размера. На самом деле, меня, когда первый раз случайно сюда попала, меня этот магазин просто так поразил. Вот, смотрите, опять организационные эти... другого дизайна, организационные мотивы. Ладно, я на самом деле бегу тоже взять для своего шкафа. Вот еще всякие маленькие вещи, видите, для посуды, для каких-то баночек, стекляночек. Так что рекомендую всем. И, кстати, цены достаточно доступные, есть разные. Ценовая политика немножко... Ну, даже некоторые дешевле, наверное, в зависимости. Вот смотрите, вот такая вот штучка. 5,99. Я имею в виду, если сравнивать с Икеей. Потому что в Икее тоже всякие организационные коробочки есть всякого раза. Немножко дороже, но есть что-то и дешевле. Все зависит от того, какой у вас бюджет. Но рекомендую посетить также. А что еще есть, господи? На самом деле много всего. Всяких крючков. Каких только нет. Чтобы повесить, прикрепить. Все, что хотите. Также вот видите, вешать всякие метелки. На самом деле тут столько, тут ходить и ходить. И тут еще есть бумажный отдел, где можно организовать офис. Видите, огромнейший магазин. Какого-то количества нет выбора, на любой вкус, мне кажется, здесь могут найти себе все. Видите, вот эти вот коробочки. Обалденный магазин. Еще раз повторяю, находится на 6-й авеню между 18-й и 19-й улицы.
Надеюсь, была информация полезная. До встречи, пока это была Русская Америка. Чао.